Значит, нам все-таки надо какой-то остроумный придумать ответ на это. И я вот этим приемом так и не овладел, к сожалению. Домашнее задание, пожалуйста. Вам, кому вам? Тебе. Нормально. Вот все-таки, знаешь, может быть, действительно и рано вам, батя, преподавать журналистику. Слушай, у меня на самом деле пренеприятнейшее известие. Все, ухожу в популярную политику. Мария Певчик, наберите мне после эфира, договоримся о гонораре. Мальчик, встань на стульчик, сделай, что вообще, хочешь. Вообще, стишок расскажи. Ну, хотя бы тогда сделай зарядку нам за 1000 рублей. Я просто не знаю, кто это, поэтому я как бы сижу просто для красоты, как обычно.